коробку принесу. Ты яблоки с рюкзака мы говорим, чтобы рюкзак не запачкать. Перекинешь. Вроде и дело не видно, и все предели, то одно, то другое. Господи, куда повисла, а прямо буквально даже, думал, кто стоит. Ну а кто стоит там? Полотенце черное повисло прямо перед глазами. Рюкзак. Вот этот. Слышишь? Угу. Из рюкзака выцепишь. Ну, какие-то там они насыпают. Вот, вон, куда потекло. Все, тряпку-то ты куда положил? Она же все время сюда.